вода на пожар через что подается? Шланги, ребята. Шланги. Ну, правильно они называются не шланги, а пожарные рукава. В этой профессии важна слаженность действий и физподготовка. Как работают пожарные, рассказали детям 30-й химкинской школы. Мы детей построили, показали им пожарно-техническое оборудование, находящееся в пожарных автомобилях. Это так называемые основные пожарные автомобили. Это автоцистерны. Автоцистерны вывозят с собой запас воды. При пожаре первым делом вызывайте спасателя. Обесточить квартиру тоже стоит. Тушить огонь простой водой неэффективно. Лучше мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка. Простые действия могут спасти жизнь, ведь пожары – нередкое явление. По адресу Куркинское шоссе, дом 6, произошел пожар. Выгорели предметы домашнего обихода и постельные принадлежности на площади 5 метров. В результате пожара погибло 2 человека. Это уже 4-я гибель с начала текущего года. Хотелось бы напомнить еще раз о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Всего около 100 учеников сегодня получили четкий инструктаж о правилах эвакуации и действиях при пожаре. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.